в очередной раз не могу даже предположить, что из этих ингредиентов можно будет приготовить. Поэтому, Катя, тебе слово. Что мы делаем? У нас будет омлет со шпинатом и помидорками такими вялеными на кокосовых сливках. Приступаем? Приступаем. Разбиваем яйца и добавляем шпинат. Начало, как в традиционном омлете, ничего не предвещает экзотических вкусов. Ничего не предвещает беды. Так, добавим шпинат. Добавим на 2 брусочка. Так, теперь мы это все вжик-вжик. Кокосовые сливки мы перед вскрытием взбалтываем, потому что потом в открытой баночке это будет сложнее сделать. И отмеряем 50 миллилитров. Так, и тоже перчим. Жарить будем традиционно на масле ГХИ. Это не канцероген, во-первых, но, во-вторых, у него вкус топленого масла сливочный, очень приятный. Раскаляем сковородку, выливаем содержимое и закрываем крышечкой.